Друзья, у нас новое приключение, новый предновогодний квест. Сбор мяты в особо крупных размерах. Мы еще даже и не нашли, мы вообще ее не найдем. Только вышли, вот у нас еще не проводили первые проводники. Давайте удачи, пацаны. Вот. Здравствуйте. Где-то там аэропорт. Смотрим карту и стартуем. Давайте, да, посмотрим. Улыбаемся и машем. Может, пешком? Сбербанк в Абхазии. Тариф, все информация. Нас уже по-другому, да, посадили? Друзья, ну вот и прибыли на плантации мяты. Вот она, мята. Какой запах. Приветствую, Максим. Слава. Хватит на нас на всех приятно. А как укладывать ящик? Посмотрите, что собирать, как собирать. И как, да. И чем? Просто друзья, блогеры, блогеры кругом. Вот. Есть главный рабовладелец. Есть еще главнее, да, Маша? Так, расскажите. Карена с нами не было. Внутрь, желательно, чтобы не попадали желтые листья в конечном итоге, мусор всякий, земля, песок, я не знаю, корни. Вот так вот набираем, набираем, набираем. Со временем. Примерно 100-граммовый, если так скажу, но, наверное, ни о чем не стоит, да, сейчас? Ну да. Все такие разные. Вот такие вот пучки получаются. Да, вот. Так. Да. Желтые. Так вот можно их пробить, желтые листья выкинуть. Это уже после обрезки. А ну куда это все было сбагривать? В России, в Москву? Так, на работу и информацию сдавать. У меня есть куда сдавать. Ящик килограмм 5-6. Мало, шайшо, без. Так, резинки. Реально быстрее забирать, чем мандарины, или так? Конечно. Кто, где? Мята, во-первых, не пеки, не будет запах мяты, нюхаем целый день. Правой рукой в левую. Ну, сразу же, хоп, тут вот, вот так вот вся херня, это страшно. Собирать совсем несложно. Вот, я сейчас одной рукой почти пучок собрал. Вот, пучочек еще добавлю. По идее, надо подровнять верхушечки, одеть резиночку и сложить сюда. А, пальчики жестко, жестко мерзнут. Че, Катюш, как твои ручки-ножки? Ага, мы всего час тут. Да вообще капец. Я, короче, переделываю. Видите, здесь желтое есть. Вот здесь нету. Вот надо, чтобы такое сделать. Видите, зеленый получается. Так поля вообще немеренные. Вот. Было бы солнышко, было бы вообще за благость бы собирать. А так как пасмурно, то и сопли вот появляются. Машенька, вон там вообще передовик производства. Апельсинчики, мандаринчики. Грязь кругом. Сапоги, это хорошо. Когда они есть особенно. Боровчик. Это килограммы, да? Нет, это не ваши, это прошлогодние. Вроде как люди русские с России, а холода боитесь. Поэтому мы к вам приехали. Теплее, потому что у вас... Нет, вы этого холода тоже боитесь. А, говорите, пальчики замерзли. На. Да, снял тару. 5,5 у нас получилось. Так, что, 360 рублей на двоих. Мало и холодно. Друзья, мир тесен, сыроеды повсюду. Да, тоже снимаем. Передаем привет всем. Всем привет, всем. Всем. Подписывайтесь, ставьте лайки. Здорово. Здорово, здорово. Здорово. Да. Ну, круто, пока круто. Скажи, за фон доберешься, так у меня, да, пройдет? Да, ну там пока еще на рынке. Круто. Да, ну мы второй ящик уже делаем, понял? Да. Да. Да, сейчас пойду сдавать. Первый день, что сегодня? Да, ты уже был тут? Нет. Это не первый день. Я думал, кто-то... Так как сейчас соберем. Последний ящик. Первый и последний ящик. Вот розмаринчик у нас еще тут. А сейчас он тоже растет. Я к тому, что мы все не соберем все вместе за один день, все. Да нет, там же вон еще много, ты че? Дона. Вы че как? Да отлично, я в Кыдыр. На Новый год к вам. На Новый год поедешь? Да, еще не день. Стас, забил, потому что я так, а ты почем там жил, почем у вас стоит? Бесплатно я там. Да?
А за что? Как получилось? Ну, как дом под присмотром, типа. Да, так а сейчас есть кому присматривать? Это, может, мы с Машей поедем. У вас гости, да, они такие, что за гости, дать. Да. Сначала что-то, ну там, в общем, вот, такие дела. Тита, у нас много ящиков, что, бери ящик, у тебя по-любому нету. Это электрический, кстати, мы... А ты можешь им пользоваться? Бери тоже, да. Вот, снимаю видео на качество наших хвостиков. Вот, что желтых нету, все зелененькие. Вот так. Ну, я как надо еще потенции не буду. А? Ну, не будет? Не будет потенции, успокаивай. Вообще не нервничаешь. Да, я, да. Я не пробовал, не знаю. Да, я постоянно нервный, постоянно. Это тоже давай сюда высыпь, Славик. Добавь больше отсюда. Вот так вот. Переворот. Свободная касса. Вот она кричит, вот, когда уже свободная, я, значит, понимаю, что все хватит. Ручки достаточно. Вот равняю его. Вот. Ну, равняю не так, вот с тобой рукой. Давай. Вот, и она подряжает его. Сразу без всяких желтых. Главное, чтобы желтых не было. Продолжаю в таком же духе. Все, я вас люблю, я вам дарю. Свободная касса. Резинка. Ты робот, что ли? На батарейках? Или на пране? Чувствую себя немножко как в цыганском таборе. Начинается у нас фотосессия. Вот. Нравится тебе этот? Еще поедешь в Абхазию? Передавайте приветы всем! Давайте, мы вас любим! Абхазия любимая! Ура! Да здравствует мята! Подписываемся! Любите нас, любите. Все. Все, всех люблю, всем спасибо. Друзья, то есть, короче, как правило, каждый раз все усложняется, Игра, да. Сначала было 7 соток и 300 рублей на питание. Что там еще? Массаж и поездка в подарок, да? Я предлагаю камни вкладывать. Максим, а как ты удобнее ездить? Да ей неудобно, ей можно подстричься. Давай уже, вот. Дальше правила стали. Она уже 60 рублей. Просто и напрягаешь. Без обеда. О, и мы лохматим вот эти кончики. У вот. Меня сейчас палец отекет. Теперь уже не лохматим, а резиночек. Это Питер, наш не кормит. Питер? Конечно, это питерские русские делают. Ну, в смысле, посеял кто-то питерский, да? Посеял Питер, посеял, все сделал. Сам везет, да, сам сдает. Нас мучают за 60 рублей сейчас придумал что-то. Хвала ему! Слава, слава организатору этого мероприятия, ура! Денег стоит, я еще думала, что там стоят люди, которые покупают. Потому что у меня она тоже во дворе растет везде, ее полно. За гидр нет. Угу. И сразу, если много. Если много, сразу все. Конечно, да, вот так я обрежу. Так, Максим пишет, да? А так есть я вот. Максим пишет. Вот он я. Да, мы-то ради развлечения, но тоже денег как бы нам хотелось легко поднять. Вот, друзья, отнес третий заход, время 2 часа, весело сколько? Короче, 20-ка в общем. Не, ну все-таки мандарины прикольно собирать получается. Конечно, здорово. Считай, мандарины там и поесть можно, и себе взять, и поесть. Просто тебя покормят, и так же по 1000 зарабатываешь, и ты целуешься. А еще привезут, увезут. Вот. А здесь не привезут, и не увезут. Это был единственный опыт, но... Можно сделать миллионы на мяте. Друзья, ну и вот мы решили, что за 1200, это 20 килограмм, это до 2 часов, это того не стоит, да, часов? Ну, 4 часа пусть мы. Мы собираем домой, короче, самые верхушечки. Без всякой этой залупы, корней, там, стебелей, чисто листочки. Машенька, кстати, вот я только вышел с голода, сегодня на соках, типа вчера на водичке был. Вот, она сегодня сухой, уже вторые сутки идет. А я вторые сутки как вышел. Мы с ней чередуем, да? Да. Только один из нас имеет право есть, второй не имеет.
Экономнее живем. Вот такая вот, друзья, экономия в семье. А бизнес вот можно мутить на цыганах в Абхазии. Ну я через банкомат, у меня нет этого приложения. Ты по попу заморала немножко. Вот, видала, как это, как пилер бензопилой снимает. 2 600 2 700 2 300 3 300 3 400 5 5 400. Но это они вдвоем или втроем сделали? 2 100 2 300. Нет, это классная цена. Ну просто я сейчас вот мы собирали, полдня убили, 20 килограмм, но это вообще ничего. В первые разы Мари тоже. Работаем. Не все, не у всех одинаковая скорость. Не, у меня хорошая скорость, я точно знаю. Мандарины собирала одна из самых первых. Я к тому, что и мандарины, и то, может быть, оплаты меньше стало, и то, что условия другие, набрать много мандаринов. На 10 рублей пришлось убрать, потому что это. Я говорю, что эти зарплаты, это были, скорее всего, когда собирали желтую всю эту чепуху. Слышите? Долго. Мы здесь живем, у нас и мандарины, и все, и мы согласны, что он скажет на любую его зарплату. А вы хотите через... Наша позиция сразу, мы на любое согласны. Да, конечно. Это все понятно. Потому что они тоже должны что-то заработать. Так у меня нету ничего вам сказать, вы на все согласны. Мы согласны на все. Да, нормально. Никто ничего, ребята не требуют. Понравилось, не понравилось, нет. Мы просто общаемся. Да, это все нормально. Мы же ничего не наезжаем, там, ты нам денег должен. Ничего не должен. Давайте, ребят, кто вы, где вы? Так, начинаем с меня, вот я Максим. Я сам еще не завтракал, и, наверное... Да, конечно, где ты его готовишь? Если просто тебе лепешек покупать какие-нибудь, просто лепешек, ну, давай так вот, два пакета ставишь, говоришь, ребят. Он ходит по этим, по селу в гости, сегодня к одному, а завтра к другому, чтобы кормили его, так что... Я не с этой целью, у меня сами, я знаю. Мой брат Садлера приехал. У вас такой зарплаты там нет, говорит. Вы здесь хорошо работаете и живете. Вот, производство наложено, налажено. Круглогодичная будет, это еще лучше, конечно, раз в этом году зима получилась у нас, то хорошо. Любая коробка весит. Вот хороший денег. Такой приятный. Это что, твои 370, да? А, на 4. Ваши? На 2? По 300, как два вообще. Брата-близнеца, да? Афонские братья-близнецы. Так она от кого забеременела? Тебя нет? Не знаю. Не знаете? Не знаю, где она там пьяла. А ты, олененок, что угораешь, а? Беременя, худеешь. Сначала мандариновый гриб, куда ты чего? Почему? Потому что ты мандарины наелся, пока сыры заработал, еще и с собой набрал. Ну, естественно. А тут что ты? Чайка, раз можно сходить. Ну и хотелось бы принести извинения Славе. Ролик на Ютубе будет, то есть извинения. Будет можно, это вылинчая. Да не, но раньше условия были другие. То есть собирались больше, желтыми. И все подряд, вот так вот просто. И оплата была больше, конечно, да. Конечно, сейчас ты вот сама подумаем, полдня потратили, заработали. 800 рублей. День добрый. Там мед продается дешевенький. Хотим доехать, да взять. Походу эти собаки мусора. Смотрите, они ебут друг друга. И как-то не особо-то огрызаются. Хабелек, хабелька. Малала.